Как мы с вами знаем, эмоции, я вам говорил про это сейчас, что эмоции даны нам для того, чтобы нас подтолкнуть к какой-то деятельности. То есть чувство, которое у вас любовное, любовно-эротическое, возникает по отношению к человеку, оно толкает вас к тому, чтобы вы с этим человеком больше проводили времени, взаимодействовали, были милы, веселы, шутили, произносили декоративные слова там, и прочее, прочее, всячески, так сказать, шли, усиливали контакт. И если любовь возникает, а объект привязанности сразу же становится доступным, то мозг говорит, давай прекращать эмоции, потому что задача уже выполнена. Да?